Человек познается в трудное время. И теперь, когда оно наступило, мы убедились, что наша страна, как и прежде, богата героями. Вы рядом с нами, хоть сейчас и далеко. Пришло время показать, кто такой российский мужчина. Смелый, мужественный, надежный, самоотверженный. Но самое главное, добрый и человечный. Всегда верьте в добро. Будьте несокрушимы и стойки. Сохраняйте холодный рассудок. Мы должны быть сильными. Вместе мы сила. Мы, женщины в погонах, прекрасно осознаем ту степень ответственности и чувство долга и чести, которого возложили на себя сегодня. Мы всей душой и сердцем поддерживаем вас. Пусть удача сопутствует вам на поле боя. Мы ждем вас. Возвращайтесь с победой. Ваша стойкость духа и героизм дают нам надежду на мирное небо над головой. Спасибо вам за ваши подвиги, на благо нашей Родины и ваших семей. Вам сейчас нелегко, но именно сейчас вы выполняете ту роль, которую на протяжении многих веков отличала, восхваляла мужчин. Вы защищаете женщин, детей, стариков, нашу Родину. Мы, женщины многонациональной страны, на языках разных народов, молимся о вас. Возвращайтесь домой с победой, на родную российскую землю, растить детей, сажать деревья и строить дома. За вашими спинами ваши матери, ваши сестры, жены и дочери. Мы верим, что правда и победа будут за нами. Помните, вас любят, ценят и ждут. Мы благодарны вам за ваш героизм, смелость и подвиги. Для всех вы пример мужества и патриотизма. Помните, самое главное, что если вам будет сложно, вы нам только скажите, мы обязательно придем в ту же минуту вам на помощь. Солдат – это мужчина. Мужчина – это гордость. Хотелось бы, чтобы каждая мать своего сына с гордостью дождалась дома. Вы наши защитники, наши герои. Вы совершаете подвиг во имя добра, мира, свободы и во имя нашей Родины. Парни, мы ждем вас дома и без сомнений с победой. Вы наша опора и защита. С вами сила, с вами правда. Возвращайтесь скорее с победой, целыми и невредимыми. Мы вас очень ждем. Пусть эти маленькие послания будут оберегом для вас. Пусть укрепляют силу духа и веру в могущество нашей страны. Мы горячо благодарны вам за надежное плечо, защиту и наш покой. Мы вместе. Мы все преодолеем. Берегите себя. Мы верим в каждого из вас.